Добрый день, друзья. Сегодня попробуем поставить расширенное рекавери на телефон. Мы вот взяли телефончик, один из последних, G4S с 8-ядерным процессором от MTK. И, значит, почему мы хотим поставить расширенное рекавери? Потому что он позволяет нам устанавливать те или иные дополнения, моды, прошивки, и используя этот расширенный рекавери, потому что в телефоне стоит обычный рекавери, который не позволяет нам это сделать. Для телефонов на базе процессоров MTK существует программа Mobile Uncle Tools, и ей мы и попробуем воспользоваться. Ну, во-первых, давайте убедимся, что здесь стоит обычная прошивка. Очень удобно, чтобы не нажимать различные клавиши, удерживать там громкость, вниз, вверх, включение, переходить в режим рекавери. Здесь мы сразу можем перейти в режим рекавери, перезагрузка в рекавери, да. Разрешить доступ с суперпользователем. И сейчас мы посмотрим, какой здесь стоит рекавери. Да, вот рекавери здесь стоит обычный. Здесь, как бы, да, мы можем сбросить телефон до заводских настроек, сделать какие-то вот вайпы, элементарные действия. Но здесь нет в пункте меню установка через память или SD-карточку телефона. Поэтому перезагружаемся опять в обычный режим. Заходим опять в Mobile Uncle Tools. Обновление рекавери. Сам файл рекавери image для данного телефона мы уже сбросили в корень SD-карточки. Обновление рекавери, вот он у вас его нашел. Точно хотите перепрошить рекавери? Да, точно хотим. И перезагрузиться в режим рекавери? Да. И теперь давайте посмотрим, что же изменилось у нас. И вот появилась в рекавери у нас install zip from SD card, backup and restore. То есть мы можем сохранить нашу прошивку, сделать бэкап, ее восстановить и загрузить те или иные моды и другие прошивки. Ну, в общем-то, то, что мы и добивались. Поэтому вот для телефонов на базе процессоров MTK есть такая программа, с помощью которой можно очень легко перезагружаться в рекавери режим, менять рекавери, ну и делать ряд еще других функций полезных, таких как зайти мы можем в инженерный режим телефона, и так работать с email, обновлять прошивку, ну и так далее, ну вот, всем рекомендую.